Занятие по развитию речи. Тема «Домашние животные». Обогащаем словарь, развиваем память, внимание и мышление ребенка. Вводим в речь ребенка обобщающее понятие «домашние животные». Развивающие игры для малышей. Тема «Домашние животные». Полиночка, посмотри, какие здесь у нас красивые животные. Давай мы их с тобой назовем. Это? Кошка. Это? Собака. Это? Кружка. Или свинья. Свинья. Да, это, Полиночка? Кошка. Коза. Козочка. Козочка или да, коза. Да. Коза. Это? Лошадь. Лошадь. А это? Корова. Корова. Полин, это домашние животные? Вот, потому что они живут, посмотри, где? Вот рядом с человеком, рядом с его домиком. Они приносят ему пользу. Собака дом охраняет. Молоко. Да. Козочка молоко дает и шерсть. Свинья мясо дает вкусное. Мясо. А лошадка возит тяжелые грузы. Возит грузы, скажем. Возит грузы. А корова дает вкусное молоко. Молоко. Молоко дает. А теперь давай посмотрим, кто как голосок подает. Скажи мне, собачка, как голосок свой подает? Галка. Да. Собака лает. Собака лает. Молодец. Кошка как голосок подает? Мяу. Мяу, мяу. Мяу. Кошка мяукает. Кошка мяукает. Коза подает голосок. Ми. 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 Коза блеет. Блеет. Да. Хрюшка как подает голосок? Хрю, хрю, хрю. Хрю. Скажи, свинья хрюкает. Свинья хрюкает. Молодец. А лошадка как подает голосок? Игу-го. Лошадь ржет. Ржет. Да, лошадь ржет. А коровка как подает голосок? Му. Корова мычит. Корова мычит. Молодец, Полина, умница. А теперь давай посмотрим, какие есть части тела у животных. Давай посмотрим, где у коровы голова. Вот голова, вот голова. Голова. Вот голова. На голове есть рога. Рога. И ушки. Ушки. А туловище есть у коровы? Да. Покажи. Вот туловище, вот все туловище. А это у коровы спина. Спина. А что еще у коровы есть? Хвостик. И четыре ноги. Четыре ноги. И копыта. И копыта. Вот видишь копыта? Очень хорошо. Молодец, Полин. А теперь мы с тобой поиграем в игру. У кого кто? Да? Посмотрим. У кого кто? У коровы теленок. Молодец. У свиньи поросенок. Посмотри, Полиночка, посмотри, у свиньи поросенок, у козы козленок. Ну давай посмотрим, пальчиком покажи, у козы козленок, у кошки котенок, а у собаки щенок. Ну покажи, где щенок. Щенок. Это собака. У собаки щенок. Хорошо всех назвали, молодец. А теперь, Полин, будем играть в игру. Угадай, кто спрятался, да? Я, смотри, ставлю загородочку и буду сейчас смотреть, прятаться от Полины. Кто здесь прячется, Полин? Корова. Корова. Так, а это кто от Полины спрятался? Кружка. Лошадь. Лошадь. А это кто от Полины спрятался? Кружка. Точно. А это кто от Полины спрятался? Ну-ка, смотри внимательно, где покажется. Козочка. Козочка. А это кто прячется хитрый? Корова. Котенок. Котенок, кошечка. Ну, давай еще посмотрим, кто же от Полины спрятался. Ну-ка, Полин, смотри, какой хвостик показался. Собака. Собака. Молодец, Полин. Всех животных угадала. Давай с тобой еще расскажем, что это животные домашние. Домашние. Скажи, домашние. Домашние животные. Живут рядом с человеком. Да, Полин? Да. И пользу приносят. Полиночка, ты молодец? Молодец. На этом наше занятие закончилось.